Всем привет! Огромная просьба помочь с распространением этого ролика, так как то, что вы услышите дальше, скорее всего, повлечет за собой цепь серьезных событий. Это и отставки высокопоставленных полицейских, и посадки чиновников разных уровней. В процессе расследования мы понимали, куда копаем, но не ожидали, что столько нароем, что на нас спустят всех собак и откроют охоту. Вас будет уголовное дело, проплатят заказные статьи, фейковые разоблачения. Также прошу считать это официальным заявлением во все структуры по борьбе с организованной преступностью. С требованием проверить добытую нами информацию. И в случае подтверждения возбудить уголовные дела. Поехали. Ни для кого не секрет, что Подмосковье с начала 90-х годов в связи с распадом СССР и проведением перестройки стало лакомым куском для криминала. В Подмосковье зарождались крупнейшие организованные группировки, к которым можно отнести такие как Люберецкая ОПГ, в состав которой входила Раменская ОПГ, Подольская ОПГ, Домодедовская ОПГ, Долгопрудненская ОПГ, Солнцевская ОПГ, в состав которой входила Одинцовская ОПГ. Все вышеупомянутые ОПГ не могли спокойно сосуществовать на территории региона без оказываемого им покровительства, которое, как можно предположить, они получали от высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел, как на самом верху, так и на территории Орёла своего возрождения, как говорится, на земле. Несмотря на противодействие коррумпированных силовиков, органами ФСБ и подразделениями МВД по борьбе с организованной преступностью велась работа по борьбе с ОПГ. В результате к середине 2000-х годов криминал перестал представлять из себя преступную группировку той старой формации, которую мы привыкли видеть в начале 90-х. Ушли в прошлое стрелки, малиновые пиджаки, откровенный беспредел на улицах подмосковных городов. Сильно сократилось число заказных убийств, но организованная преступность никуда не ушла. Она лишь трансформировалась, распустила свои щупальцы в бизнес-среде, администрации городов и проникла в некоторые эшелоны власти. Скажем так, приспособилась. Исходя из вышеизложенного, наиболее криминогенная ситуация сложилась в Раменском, Домодедовском, Подольском и Чеховских районах Подмосковья, где у руля встали представители криминальных авторитетов, таких как воры в законе Медведева, Шишканова, Олега Николаевича, криминальное прозвище Шишкан, в настоящее время задержан сотрудниками ФСБ и вменяется ему организация преступного сообщества 210 УК РФ и убийство депутата вместе с семьей на территории Раменского района, криминального авторитета Лалакина Сергея Николаевича, криминальное прозвище Лучок, лидера Подольского ОПГ, авторитета Владимира Дерюшкина, криминальное прозвище Дерюга и иные лидеры ОПГ под контролем которых оказались вышеупомянутые районы Московской области. Вышеупомянутые авторитеты могли позволить назначать себе ставленников в районных администрациях и тем самым управлять финансовыми потоками бюджетных средств, устранять конкурентов в бизнесе, выигрывать проводимые аукционы и тендеры по проведению благоустройства и строительства в Московской области, принимать участие и контролировать приватизацию сельскохозяйственных земель, которые ранее принадлежали совхозам, с последующим их переводом из разряда сельхозземель в земли, годные для застройки, многоэтажными домами и коттеджными поселками, получая при этом баснословные суммы. Ну, вы знаете. Можно предположить, что данная ситуация не оставалась без контроля в высших эшелонах власти, и при приходе нового губернатора Подмосковья в 2013 году многие вопросы стали решаться исключительно на уровне Воробьева. С целью избежать коррупции, разрушившейся до небывалых масштабов, в частности, вопросы по изменению статуса сельхозземель, также стал наводиться порядок, и во многих сферах деятельности, в частности, сократилось количество незаконных карьеров и мусорных свалок. Хотя еще предстоит очень много работы в данном направлении. В январе 2014 года на должность начальника ГУ МВД России по Московской области был назначен на тот момент генерал-майор полиции Пауков Виктор Кузьмич, который ранее возглавлял УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве. При переводе на новую должность вместе с Пауковым пришла его команда, в частности, Гафуров Рамиль Хайдарович, в настоящее время занимает должность начальника УСБ ГУ МВД России по Московской области, а Адамян Роберт Эдуардович в настоящее время занимает должность начальника УНК ГУ МВД России по Московской области. Зоров Петр Михайлович ранее занимал должность начальника УР ГУ МВД России по Московской области, получил повышение. В итоге стал заместителем начальника ГУ МВД России по Московской области. Должность является генеральской, но тут вышла неувязочка. При назначении на вышестоящую должность компетентными органами была проведена проверка и установлена незадекларированная недвижимость в семье Петра Михайловича в США.
и пришлось ему вместо генеральских погон отправиться на пенсию. Но, как можно предположить, благодаря связям Паукова, Зоров Петр Михайлович не был уволен с позором, а получил возможность уйти на пенсию по собственному желанию. Но вы знаете, менты своих не бросают. Также к близким людям Паукова можно отнести начальника ГСУ, Главного следственного управления, ГУ МВД России по Московской области, генерал-майора юстиции Воронина Александра Викторовича и его подчиненного начальника следственной части по расследованию преступлений, связанных с деятельностью ОПГ, полковника юстиции Фролова Игоря Александровича, бывшего заместителя начальника полиции полковника ГУ МВД России по Московской области Игоря Балоева, который также скоропостижно покинул ряды ГУ МВД России по Московской области, выйдя на пенсию по собственному желанию. Данному желанию способствовало задержание банды киллеров, криминального авторитета Аслана Гагоева по прозвищу Джако. По непроверенной информации, сотрудниками ФСБ были установлены связи Джако с Игорем Валерьевичем Балоевым. Но опять помог верный патрон Виктор Кузьмич и похлопотал за своего подчиненного, который смог уйти на заслуженную пенсию. Вы зададитесь вопросом, а кто же сейчас является начальником уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области? И очень сильно удивитесь. Балоев? Станислав Валерьевич. Младший брат Игоря, который ранее долгое время занимал должность начальника УМВД России по городскому округу Подольск. Будем надеяться, что, наверное, он не успел попасть под чары ранее упомянутого Лучка. Гафуров Рамиль Хайдарович до назначения на должность начальника СБ по Московской области занимал должность заместителя начальника уголовного розыска, в обязанности которого входило кураторство над оперативно-розыскной частью, занимающейся борьбой с организованной преступностью на территории Московской области. А также, по случайному стечению обстоятельств, курировал работу ему МВД России Раменская, начальником которого является полковник полиции Сонин Василий Васильевич. На должности заместителя Усунина находится полковник полиции Иванов Вячеслав Валерьевич, а начальником МВД по городскому округу Жуковскому является Иванов Денис Валерьевич, родной брат Иванова Вячеслава, который ранее работал в уголовном розыске МВД России Раменска, а после начальником отдела полиции Быкова под непосредственным подчинением своего брата, что запрещено законом. Тот самый Денис Иванов, который ранее фигурировал в нашем расследовании о пытках невинных людей, задержанных оперативниками Бурмистровым Дмитрием Юрьевичем, в настоящее время занимает должность начальника МКУ Раменской ритуальной службы, и Алексеем Петиным. Вышеупомянутых оперативников признали виновным в преступлении, а находящегося с ними Иванова Дениса провели свидетелем, и он ушел от ответственности, который, кстати, был старшим группы. Также, по непроверенной информации, Иванов Денис занимает должность начальника отдела полиции Быкова, задерживался за крышеванием проституток, точка которых находилась на Верейском шоссе возле здания Института растениеводства, что находится в населенном пункте Верея. Задержание проводили сотрудники оперативно-розыскной части, занимающейся борьбой с ОПГ. Но вопрос данный был закрыт. Информация никуда не ушла. Иванов Денис дальше продолжил возглавлять Быковский отдел полиции. А потом, видимо, по согласованию с высшим руководством главка, возглавил ОМВД России по городу Жуковский. Пошел на повышение. Нормально так. Вообще замечательно. Шикарно. Гениально. Хозяином Раменского района себя считал вор в законе Шишкан, который до задержания сотрудниками ФСБ чувствовал себя очень вольготно. Несмотря на то, что сотрудниками по борьбе с оргпреступностью под кураторством Гафурова проводились обыски. Вор каждый раз ускользал от Гафурова. Сонина и Иванова. Может быть, поэтому у Гафурова в Раменском районе в деревне Минина появился коттедж. И передвигается он на Toyota Land Cruiser 200, фрагмент госномера 755. Данное домовладение, по непроверенной информации, в пользование Гафурову было передано через Сонина, вором Шишканом, с целью обеспечить себе дальнейшую спокойную жизнь на территории Раменского района и за правильное кураторство его подчиненных, руководителей МВД Раменска. Также, по непроверенной информации, у каждого района на территории Московской области от ИМУ МВД России по Московской области имеется такой куратор, как Гафуров. И каждый ИМУ МВД ежемесячно через куратора обязан в главк передавать по 100 тысяч долларов. А данных районов в Московской области аж 13. То есть 1,3 миллиона долларов ежемесячно. И это не считая незаконного дохода с иного бизнеса, иначе трудно предположить такое лояльное отношение руководителей ГУ МВД России по Московской области к своим подчиненным на земле.
По неподтвержденной информации, на территории Раменского района до настоящего времени функционируют подпольные заправочные станции в связи с близостью Володарской нефтебазы. Подпольные песочные карьеры, свалки в деревне Тимонино. Сотрудниками ФСБ выявлен целый завод по разливу контрафактной алкогольной продукции. Дело также дальше не пошло. Собственников завода не установили. До сих пор функционируют подпольные игровые заведения. И как-то странно это все проходит мимо глаз местных сотрудников полиции и их кураторов СГУ МВД России по Московской области. Но данного дохода бравым правоохранителям показалось мало, и решили они еще к своим рукам прибрать похоронный бизнес. Но наше расследование охладило пыл, и решили Сонин с Ивановым по своей привычке закрыть меня и Александра Борисовича по беспределу. Но у самих-то ресурсов маловато, и обратились они за помощью к своему куратору Гафурову, который к данному моменту занимает должность начальника УСБ ГУ МВД России по Московской области. И началась на нас, журналистов, охота и попытки сфабриковать уголовное дело, которое продолжается до настоящего времени. Также стало известно, что у Гафурова имеется двоюродный брат Розаков Рушанельевич, который в 2005 году работал участковым по Москве и был привлечен к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ Бабушкинским районным судом города Москвы и уволен из органов внутренних дел. Однако данное обстоятельство не помешало ранее судимому и с позором уволенному бывшему участковому восстановиться в органах внутренних дел, занять должность начальника участковых уполномоченных в УМУ МВД России по городскому округу Пушкино. И даже получить звание подполковника полиции. При этом Розаков Рушан только значится на данной должности, а работает у своего брата Гафурова Рамиль Хайдаровича в УРГУ МВД России по Московской области, который на тот момент занимал должность заместителя начальника УРГУ МВД России по Московской области в оперативно-розыскной части по линии борьбы с организованной преступностью и имеет допуск к гостайне. Неплохо, Рамиль Хайдарович, неплохо. До недавнего времени о данном сотруднике информация висела на сайте МВД России по городу Пушкино, но в настоящее время она убрана, на что можно предположить, что Гафуров заметал следы с целью назначиться на должность начальника УСБ ГУ МВД России по Московской области, после чего Розаков был переведен на работу в СОБР УНК ГУ МВД России по Московской области. Руководителем УНК является друг Гафурова и протеже Паукова, ранее упомянутый Адамян Роберт Эдуардович. При этом Розаков имел служебное удостоверение с измененной фамилией. Но, видимо, данная информация все же дошла до компетентных органов, и Розаков уволился по собственному желанию. А Гафуров получил таки должность начальника УСБ Московской области и дальше продолжил курировать раменских. Можно предположить, что это стало возможно опять благодаря просьбам и уговорам Паукова компетентных органов. Также нам стало известно, но информация требует проверки, что из-за прихода на должность ФСБ Московской области Гафурова зреет недовольство сотрудников и руководящего состава, что парализует работу подразделения. Данная обстановка связана с тем, что Гафуров после своего назначения первым делом стал избавляться от сотрудников и руководителей, работающих в подразделении под различными надуманными предлогами, создавать невыносимые условия службы, снимать со своих должностей руководителей отделов и ставить на их должности рядовых оперативников, тем самым показывая к ним свое пренебрежение. Личный состав ключевого отдела УСБ был полностью заменен Гафуровым на своих ставленников. Лишил должности руководителя отдела УСБ, который не согласился с новыми методами работы Гафурова, направленными на полное раболепство своему покровителю, не считаясь при этом с законом и моральными принципами, и заменил его своим человеком, который готов выполнять все его указания. Он в настоящее время и занимается преследованием нас, журналистов. Также поступает информация, что Гафуров дал указание своему ближайшему подчиненному сосредоточиться на работе в отношении глав местных администраций с целью сбора в отношении них компрометирующей информации для использования в своих корыстных целях. Несмотря на то, что вышеуказанные работы по закону занимаются управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Но Гафурова это не останавливает, ведь он находится под крышей своего патрона начальника ГУВД Паукова. Вот такая вот команда возглавила ГУ МВД России по Московской области. В настоящее время они устроили охоту на нас,
за то, что мы честно рассказали о происходящем беспределе в Раменском и Жуковском. Мы очень надеемся, что это не последнее наше расследование. Мы очень хотим показать и рассказать вам подробности о вышеозвученных фактах во всех красках. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка. На нас возбудили уголовное дело за якобы вымогательство у бравого инспектора Горохова. Ходите, два дебила здесь. Смотрите, там усики видно. Клоумбы. За нашими домами идет слежка 24 часа в сутки. Отделом угрозыска. На нашу поимку брошены все силы ОМВД Раменского. Подписывайтесь. Ставьте лайки.